Кветкаводы, кветковая крама рыхтуются до жаночего свята. Традиционно у первые весновые дни для подарунка набывают мимозу, тюльпаны и гиацинты. А теперь есть и модная новинка – примулы у горшках. Такие выращивает кветковод с Могилевского района Людмила Киселева. Мы находимся в теплице, в деревне Новоселках, где выращивается весенний первоцвет – примула. Пытается распускаться. Хотелось бы, чтобы солнышко было побольше, чтобы быстрее распустилось и радовало наших женщин к 8 марта. Людмила Киселева выращивает эти пешотные кветочки в Могилевском районе. И она по профессии инженер-технолог. Але треба было выбирать альбо сталую працу на предприемстве, альбо любимое хобби. И она стала кветководом. Сярод весновых кветок ее фаворит – примула разных колеров и гатунков. Есть сорта махровые, вот такого плана. Есть они не махровые, но крупноцветковые. Но вид – это один, безстебельные. Назва примула походит от латинского слова «примус» – «перший» и тлумачится тем, что многие виды этого першоцвету цветут одним из перших. Але важно, что примулы – оригинальный подарунок для весновых жаночих свята, потому что это пригожая рослина, коли про ее поколпатиться, порадуя повторным цветением при конце лета у початку осени. Как начнется только весна, пойдет тепло, смело высаживаем на дачу, в грунт, в полутень. И все, и дальше любуемся. По мере подсыхания кома поливаем и ждем осеннего цветения. А далее так. Примула – рослина шматгадовая. И тому расцветать на даче и каля дома я на можа, что весну. До весновых жаночих свята засталось зусім не шмат часу. Каждый мае выбор кветок для подарунка любимым жанчинам. Головное, каб до нас хутчэй пришла сапраўдная весна. Ну, мы над природой не властны. Это не наша. Весна будет, ну, всегда так говорят, с женским днем начинается и весна. Так что ждем 8 марта. Илона Иванова, Юрий Уласцов, новини региона.